Сегодня нужно внести первую сумму, 80 тысяч. Я так понимаю, что денег-то у вас, понятно, нет. Что будете делать как-то? Да, дело в том, что как бы сказали, что надо вносить, и нас не отключат сейчас пока. Если мы будем вносить, вот что делать? Вносим потихонечку люди, объясняем людям, куда идти платить, как платить. Вот я обошла все партии. Вот, сегодня депутаты выйдут с каникул, постараюсь записаться. То есть мы работаем по, ну, для того, чтобы заплатить все-таки эти деньги. Своими силами мы не справимся.